Москва, как много в этом звуки. После съемок свободный день. Утро. Естественно, я продолжаю свои занятия. Есть возможность, продолжаем. Нет возможности, значит, как-то иначе сделаем. Оп. Люди бегут. Хорошо. Хорошо. Зелень. Все как положено. А я иду топчу по гаревой дорожке. Раскладки. Километр за 17 минут 56 секунд.
Ну что, вспомним присказки, прибаутки, настрои в моем исполнении. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа от счастья ликует и поет, и душа от счастья ликует и поет. Дарам дарам да тай дам дри да да та тай да тай ра да ти дам дра та ти та там там ра да ти дам арай да ти та та а тумба гела тумба гела тумба 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 гела тумба гела тумба гела тумба бамба ба. Все это может показаться чудачеством. Но имеет глубокие и тайные пружины. Вы настраиваете себя, настраиваете на существование, объединение своей собственной личности, сущности с окружающим пространством. И получаете от него, а от кого ж мы, как не от него, поддержку, здоровье, силы, ну и все прочие блага, которые вам нужны в этой жизни. Так что мотайте на ус. А ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа от счастья ликует и поет. И душа от счастья ликует и поет. Их! Драм дра та та и да рум па 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 пам ба там ра па па и ба рум па 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 пам там ра па па и ба а ра ба пи пи пом а тумба гела тумба гела тумба 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 гела тумба гела тумба гела тумба бум ба бом. Эх! Так что не стесняйтесь, раскрывайтесь, черпайте радость, энергетику и возможности, а не просто так скукошились, сжались, спазмировались. И ничего с ней получается. Ничего не получается. Вот такие вот мысли вслух. Незнакомая местность. Москва, какой-то сквер. И я на нем как свой. Чтобы такое было впечатление, что вы везде свои. Вы частица этой местности. Любой местности. Частица мира. И вы везде чувствуете себя дома. А тем временем у нас идем. Итак, выходим на прогулку, учащаем пульс, ну хотя бы на 10 ударов он становится выше, протрусили себя, чтобы у вас все вниз опустилось, захотелось опорожниться, дали нагрузочку. Прокрутили энергию и кровушку, естественно, и лимфушку. Ох, она медленно вращается. Ей надо помогать. Наконец-таки у вас возникает чувство здорового голода,
ну, скажем так, аппетита. И вы идете на завтрак. Все очень просто. И наконец-таки появляются интересные такие показатели. А именно, вы чувствуете, что ваш организм нагрелся, кое-где выступает испарина. Это говорит о чем? О том, что ваш организм накопил некоторое количество углекислоты, расширились сосудики, клетки организма за счет того, что концентрация углекислоты увеличилась, стали гораздо более активные, то есть ферментики заработали у вас, то есть обмен веществ. Это же вам не вот эти вот рожицы, это нечто другое. То есть на все глупости мы гораздо, а вот именно на то, чтобы что-то доброе и нужное сделать, увы, вот тут-то мы слабоваты. Вот такие-то дела. Теплота, испарина, расширение сосудов. Это то, что надо для того, чтобы наша жизнь была здоровой и прекрасной. Это вам говорю я. Как-никак с 70-й покатил. Ну, если вам кто-то будет говорить что-то там про суставы, про то, про сё, вы сначала поинтересуйтесь его возрастом, потому что в 20 лет мы все здоровы. А вот что с этими умниками будет в 50, 60, 70 лет? Вот это совершенно другое дело. Раскладка 3. Темп раскладки 1 км/14:26. А всего 3 км. Общее время, ну, к гостинице подойдем, будет 50 с лишним минут. И еще разок. Ветерок играет, солнышко искрится, а тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа отчасти ликует, поет. И душа отчасти ликует, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. И таким образом вы настраиваете свое сознание на благостный ритм. Это очень дорогого стоит. О, смотрите, какой храм. То есть, чтобы у вас в вашем сознании вот такие вот красивые храмы были, гармоничные, вы смотрели на них и радовались. Так вот, умудряйтесь сделать себя таким храмом здоровья, храмом любви, добра, знания, гармонии, счастья. А не просто так ухты с бухты, с барахты. Кстати, а как регулировать нагрузку? Вот вы пошли, допустим, у вас пульс вначале был там, ну,
80 ударов в минуту, как у меня. Или там 83. И вы чувствуете, что особо не разогреваетесь, особо испарины нету. Значит, слегка увеличьте темп, чтобы у вас пульс стал, ну, 89, 90, 93 ударчика. И примерно на этом вот показателе. И поддерживайте его минуточек так 20-30 для начала. И вы почувствуете, что начинаете разогреваться. Даже появляется подлысина, испарина. Вот и затеплелось. Это как раз те показатели, которые вам нужны. Можно, конечно, там различные контрольные паузы сделать. Ну, я думаю, это уже туда будет дальше интереснее, если вам это. Ну, вот я пришел в гостиницу Ярославская, 8. Заканчиваем. Итого 3 километра, практически 300 метров. Ну, так, калории не считаем. 52.5 минуты. Отлично. Пошли завтракать слегонца. С пищей надо тоже быть очень осторожным.